глава отделения Союза журналистов России, главного редактора областной газеты «Наше время», Пижамской Ирине Николаевне. Вы знаете, традиционно для Союза журналистов эту конференцию назвать еще нельзя, потому что мы впервые пробуем свести воедино мнение практиков, мнение работников средств массовой информации, работников пресс-служб и теоретиков. Мы хотим, чтобы они услышали друг друга именно на этой конференции, чтобы они поняли взаимные претензии, взаимные обязательства и те знания, которыми они могут обменяться и обогатить взаимно друг друга. Надеемся, что эта цель будет достигнута. Вы знаете, в нашей профессии это разные все-таки профессии. Журналистика и пиар – это разные, но единственная борьба противоположности – это сказано как раз о этой профессии. Потому что друг без друга не обойтись, и друг другу мешаемся. Так жизнь складывается. В последнее время общество потребительское, тут ничего не сделаешь. Пиар стал поглощать журналистику, он стал вытеснять чистую журналистику, подменяя и источники информации. У нас очень многие издания и журналисты работают по пресс-релизам. Зачем добывать информацию из чистой Америки, когда вот она упакованная уже в пиар-упаковочке? Это, к сожалению, не идет на пользу ни пиару, ни журналистике. Но я надеюсь не дожить до того времени, когда смешаются окончательно две этих отрасли человеческой деятельности и возникнет некий конгломерат. Ну, надеюсь, что при нашей жизни этого не будет. Я все-таки журналист по образованию, по своей работе, но с удивлением для себя обнаружила, и проработала достаточно много лет, я с удивлением для себя обнаружила, что мне очень не хватает знаний по пиару, связанным с общественностью. Объясню почему. В наше время любое традиционное СМИ и новое СМИ нуждается в продвижении своего бренда и себя собственным читателем. Недостаточно просто хорошо работать. За читателя приходится бороться, за зрителя приходится бороться, а тут есть свои законы. Тут есть свои приемы, которые, знания которых так часто не хватает нам практиковать. Вы знаете, я буквально сегодня ночью вернулась с заседания экспертного совета в Москве, было заседание экспертного совета по региональной прессе, созданное при Министерстве связи. Так вот там как раз и говорили о необходимости продвижения качественного контента с помощью пиар-технологий. Сами газетчики, телевизионщики, радищики нуждаются в продвижении своего товара. Ну как мы без вас, дорогие товарищи, по цели? Значит, не обойдемся. Но в то же время, вы посмотрите, сколько журналистов, пишущих, пополняют пресс-служб, пиар-служб. Следовательно, взаимообогащение возможно. И мне очень хочется, чтобы от сегодняшнего общения, от нашего обмена мнениями и от споров, если они будут, все-таки мы каждый стали богаче. Ну и все вместе мы сделаем наше информационное поле более насыщенным, качественным. Значит, жизнь станет лучше. Я желаю успеха всем и достижения каких-то общих целей. Спасибо.